ведете передачи такой некачественный продукт или как? Ну, практически. Да, отдали за фарш. Я недовольна фаршем, который происходит здесь. А почему? Вот как вы боретесь с тем, что товары вам попадаются некачественные? Я борюсь. Не покупаю. Вижу и чувствую. Как? Может, даже и кому-то странно это. Но все равно я чувствую, что это, допустим, если скажу, что я понюхаю, это нет, это не происходит, это нет, этого нет. А что происходит, расскажите? Так, вопросы правильно задавайте, пожалуйста, чтобы люди нормально жили и нормально питались. Как вы чувствуете, что товар неправильный? Я вот сейчас вот нахожусь в таком состоянии и боюсь, что покупать для того, чтобы пропитаться. Да, потому что и свинина вонючая, и фарш вонючий. Это какое-то паранормальное чувство? Я откровенный разговор веду. Вы можете что-то перечеркнуть, можете. Говорите все, что вы думаете. Да. Вопросы задавайте, да или нет. Как вы чувствуете, что товар некачественный? Что это за чувство у вас такое? Если так точно, то питаться нечем уже. Почему? Мне лично питаться нечем, кроме биобаланса. Я питаюсь биобалансом. А что с остальными продуктами не так? Остальное я чувствую, они не те продукты. А вы чувствуете, вы это по запаху чувствуете, или это какое-то энергетическое что-то, нечто поступает? С виду видно. С виду видно? С виду видно. Со мной можете долго разговаривать, можно и опыта какие-то набирать, потому что, да, на самом деле так. Я сейчас питаюсь, капусту жарю. Капусту жарю и картошку жарю. Картошку не жарю, потому что мне жареного нельзя. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Нет, еще долго хочу говорить. Город же все-таки. Люди болеют, страдают. Болеют, страдают. Хотят, чтобы было питательнее все, чтобы было дети. Что делать людям, чтобы они не страдали от некачественного товара? Ну, это я минусую то, что свиную это, чуму эту я минусую. А на самом-то деле питаться можно, по-моему, сейчас молочными продуктами. Молочными продуктами можно питаться. А фарш, который производят... Алло. Да-да-да. Алло, вы не отвлекайтесь, я правильно говорю, я питаюсь. Да. Да, фарш. А где-то хорошо, а где-то плохо. Насчет фарша. Угу. Да, а вот куры, вот сейчас какие-то уральские куры появились. Ну, спасибо, правда. Мы все передадим. Я вас люблю, уважаю, потому что я могу всегда интервью давать правду. Хорошо. Я всегда буду правду говорить. Вот, допустим, куры появились староуральские. Ой. Покушайте нижневартовские, среднеуральские курицы. Будьте здоровы. Спасибо вам большое. Спасибо огромное.